дорогі друзі, ось ми вже видужали і йдемо гуляти в парк, йдемо дитячий. Щось купимо вкусненьке і підемо. Он яке находи чорне і гримить, а ми з Дімоном в парк зібрались. Біжи вперед. Пошел, забежали. А, вот и дождик. Да, Димка? Да. А я тоже шел. Какая собачка? Собачки все убежали. Смотри, как бусинки висят. Смотри, красиво? Капельки. Ой, як намистиночки. Еще капельки. Як намисто. Ну, ти все, зараз пройде. Зараз вроде перестав трохи, то ми бігом додому, да? Да, да. Давай, давай. Трошки заховалися дощика. Біжимо додому. А я вдома. Димон ще з морозивом. Ай, побежали, Димон. Все мокре, качели, лавочки. Капельки. Ой, ну-ка посмотрим. Да, после дождика везде капельки, да? Вон какие красивые. Пали, да? Капельки. Кап-кап. Цветочки будут пить водичку теперь, да, дождевую? И будут цвести красиво. Капельки. Капельки. Кап-кап. И кап-кап. И цветочки все цветут. Капельки, кап-кап. Капельки ели цветочки. Вчора була неділя, ми поїхали трошки за місто, виїхали. Тут є річка Ольшанка. Хочу вам показати трошки відео. Там дуже красиво. Хлопці купались в річці. Ми не купались, бо вода, звісно, прохолодна. Там глибоко. Вода швидко не прогрівається. Тим паче, що пройшли дощі, було прохолодно. Дивіться. Бабушка, внучок. Да. Они вот это, блин, же шорты слазят. Я давно такой. Я делал вот это. Была бы как раковская. Дима, это большие мальчики. Видишь, как здесь катаются? Да. Вот. Да. Я летаю. Снимай. О, смотри, как делать не надо. Ого. Не надо.
я буду. Оттуда будет прыгать, смотри. Да. О, смотри, сейчас мальчик будет прыгать. Ничего смотри. Себе. Иди, вот сюда давай. Все я. Я буду. Дима, да. Я буду. Потом как-нибудь. Маму я буду. Ага, с мамой. Ты да. Что? Вот так. Лови момент! Как будто огонь! Вот как подрастешь, будешь так же сама прыгать. Да. Тягачу. Залазь туда. А и вот так и... Хорошо, давай. Раз, два, три. Пошел.